отличное настроение, праздничное, особенно вот у этого мужичка. Правда, нервы потрепало родителям, настроение очень праздничное. Хорошо, что соблюдаются наши русские традиции. Всех с праздником! Степа, кричи, ура, ура, с праздником! Как это со стороны? Ну, праздник, да. Приятно дарить праздник людям, чтобы у них было хорошее настроение, чтобы они радовались сегодняшнему дню, и у них все желания в новом году сбывались. Ну, что у нас еще, пацаны? Мужики? Когда заканчивает скачка на 1600 метров, одна пенсия. Шире, людей все больше и больше приезжают. Отовсюду, со всей Сибири и страны, иностранцы даже приезжают. Эмоции очень замечательные. Вообще Алтайский край нам нравится. Каждый год здесь отдыхаем. Каждый год, да. Зимой вообще стараемся здесь всегда быть. Так, женщины, у нас тут 16 килограмм, только Татьяна одна. Кто хочет, пожалуйста, ждем. В этом году мы первый раз здесь. Ждем женщины. Если нет, Ваня, сейчас вот сюда тоже поедем. Отыграет у нас Карпов Александр. Считайте пока. И мы ее награждать будем. Ну, все, есть у нас женщины, если кто хочет, 16 килограмм. Здорово, мне вообще очень нравится. И здесь я смотрю, очень много нового представлено. Мы должны сохранять свою историю, свой фольклор, поэтому для нас это очень важно. Нам очень нравится, что такие праздники поддерживают нашу историю, то есть, и чтобы люди знали, помнили, то есть, и наши подрастающие поколения о том, что все-таки мы, это наша история, это наш фольклор, то, что казаки, лошади, то есть, это, чтобы все это как бы было такая ассоциация, что это мы русские люди, чтобы не было никакой путаницы у молодого поколения. Алтай рулит! Спасибо за гостеприимный прием. Очень все хорошо. А ты 24. Шиляев Артем. 24 подходит. Шиляев Артем. Так летом еще Иван Купала. Нам достаточно одного раза в год. Где ты? Иван Купала мы еще не были. Значит, поедем на Иван Купала летом. Спасибо огромное организаторам этого праздника, этому человеку. Я не знаю, кто он, никогда не видела его в лицо и в глаза. Ну, это замечательно. Человек, это исконно русский. Человек, который организовал вот эту всю прелесть. За малые-малые очень деньги, чтобы сюда пройти. Это даже деньгами не называется. Мне очень сегодня доставило огромное удовольствие побывать на таком виде спорта, который у нас вообще практически никогда, ну, в нашем Алтайском крае в больших масштабах не показывается, это на скачках. Я получила огромное удовольствие. А второе удовольствие я получила, когда ребята поднимались на столб за призами. Я кричала так громко, так четко, бери такой, этот пакет бери, там в нем обязательно что-то хорошее есть. Это замечательно. Хорошо, что у нас есть такие прекрасные люди, замечательные, сильные, здоровые, смелые, умелые. Спасибо всем.